Так, V8 пошел. ГАЗ-69 V8. Не знаю, как его назвать. Дракон его зовут. Ну, V8. Да, копнули уже. Красавчик. Там, видите, там болото пожестче. А было бы правильно под ленту, где бежит штурман. Судя уже, это сейчас можно отсюда рассуждать. 69-й на механике. Пошел же трос отцеплять. V8 на финиш. Ну, Леха, блин, почти проехал. Да надо было раньше стартовать просто, чуть живее зайти. Урай погружается. Ох ты же, елки. Ранил? Шурпа будет. Да, стреляет хорошо. И заглохло. Да ну не сильно в чистом. Ну что тут происходит? Что происходит? Офигеть, Леша. Что ты делаешь? Да ну не гони. Как? Разобрал пол машины. Охренеть вообще можно. Да ну как коленвал? Ты его так не поменяешь. Да мы все можем бросить. Да. А что случилось? Вроде же хорошо ехал. Распредвал. Привода придавал. Зубы на распредвале было и на приводе. И что, ты починишь его? Сейчас привезу тебе распредвал. И с приводом. Нормально. Вот такие чудеса. V8, ГАЗ-69. Это вам не шутки. Подожди, фотографию сделаю. А теперь, чтобы машину было видно. Да, круто. Салон тут простой. Ничего лишнего. Быстросъемные сиденья, шлем танкиста. Слышь, а у тебя кто-то один датчик украл. Ты видел? Я бачу. Ночью, да? Да, пока мы ходили, то заправку. Рога для троса, лебедка механика. Водичка, да? Да, пробка открыта, вон поддон сейчас вытащит сюда. Масло залит. Прокладка целая еще? Это должна быть целая. Не рубал новенькую. Пробы. И тут все, чтобы бензоносу скачать. Это ремонтопригодность, да? Так подожди, что срезало, где? Там видно, сейчас двигателем распредвал, сейчас надо клапанные крышки снять. А, тут же нижний распредвал. Да, и надо клапанные крышки и поднять толкатели. Мы так не вытянем, зачелся и две процедуры. Охренеть. Ну, что поделать? Вот так вот. Ого. Зубы. Ого, елки, их как-то деформировало слегонца, да. И там же на лазу тоже так само. Из-за чего он получается, то вроде... Так, а из-за чего это произошло? Серьезно, это же другой, блин. Что-то, короче. Недавно поменял и поставил другой раз, продвал новый привод. И обратно к этому включился. Ну, какая-то причина есть, видно. Так, туча идет, но тут солнце. Тут туча, но никак не дойдет. Такой был крутой сегодня оффроуд. Машины на любой вкус. Луаз был. Какой у него размер колес на Луазе так? 29, да? Да, это моя. А, это ж твой. Ну, притирку, да, там получается? Чего? Нет? Нормально. Так, рычагу я имею в виду спереди. А ты удлинял, да? Кого? Рычаг передний. Нет. Нет? Нет. Разного. Не затирает ничего? Ничего, нормально. Руслан, чай будешь? Да. А что есть? Ну сейчас найдем, подожди. Сейчас я пока пацанам делаю. Вот аппарат, печечка. А что, печка с москвича? Да. Класс. Обалденно. Работает? Ну конечно.
Вова в тихом шоке просто. Я дивлюсь. Вот так люди подходят и немного удивлены, что происходит. Немного удивлены? Я тут только супчика покушал, а тут такое. Это за волю к победе. Это не за волю к победе, это вообще просто вы офигели. Да, да. А там выход Черное море, а там дальше посмотрим. Тревога нема, да? Есть. Ну, чисто все внутри. Серега, давай. Навью. Нет, туча идет, слышишь, там хорошая такая. Ну, она пока далеко. И судя по тому, что это Десна, то она будет ходить минимум 3 круга. Я понял. Ну что, теперь я запорожка. Да. Я поштян поменяю прямо здесь. Я понял. Да, Сергей Николаевич? Я тут. Да, вот так разборка. Алло. Мотора. Она на герметике. Я понял, так подрываю его, она отходит. Эту лампочку дать? Не надо, оставь его за слизнем. 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 То есть, если не отсюда, она не там разобрала. Чтобы не порвал. Все равно, на, я тебе не подаю. Сейчас. Да, все, равно, все я не вытягиваю, давай. Мы ее все равно сейчас будем чистить и на герметике. Поле, да? Да. Вот поле, красивое, зеленое, трава высокая, туча идет. Машина ГАЗ-69, мотор ГАЗ-53. 53-12, если быть точнее. Угу. А что такое 50? Что такое 12? Модификация. Вся сторона. Да, да. Две шайба. Тут нема. Еще одна шайба. Блин, слепой дольше с ним боролся. Ну тоже не сильно долго. Руслан. Но это не его специализация просто. Руслан. Он по зубам. Да, да, да. Слепой. Ну ездит, блин. Дымит, правда, чуть-чуть. Вчера в 2 часа дня начали выдвигать передний мост вперед и поднимать машину. Вчера? Да. В 2 часа дня. Да. А как вы выдвигали его вперед? Ну, посунули на 8 сантиметров вперед. Вперед, передвинуто полностью все. И подняли на 8 сантиметров выше. Красавчики. А да, она ниже ж была, да, чуть-чуть? Да, да, да. Ну, она тут уже такая модернизация, что так сильно незаметно, да. Если каждый день не видишь. Я предлагаю, уже нужно, получается, потихоньку переходить, как лето, блин. Ну да, да. И подивись, радиатор в салоне уже стоит. В каком салоне? В салоне. Да вон же радиатор. Еще есть там запасной? Да. Подожди, давай сзади, может там есть вход. Давай, а что-то сзади. Пробку украли. Опа. Вот второй радиатор. Нормальная тема. Это наша баня. А лавочки родные. Мы берем веники сюда дубовые. Садимся и поехали кататься. Охренеть вообще. Слышь, так это второй радиатор? Конечно, а как? Ого. По-взрослому, 90 крейсерская, кстати. Я спрашивал днем еще. Ну, не крейсерская, максимально, или крейсерская 90? Ну, потолок 90 разгонял. На военных мостах занижено. А, военная же занижена. А так, я закручиваю стрелку 130. И да ладно, на чем? А, на других мостах? На его мостах родных, 525, с этим мотором. 525. 130? 130, я стрелку закрутил. Я рядом сидел. Жопа, знаешь, как морщится. Посидел, не? Тойоту, блядь. Да, посидел чуть-чуть. Я представляю глаза пилота Тойоты. Восьмерку интереснее обгоняли. На перекрестку восьмерка с пыском, а тут газик обгоняет. Да? Він думав, наверное, що ну, стою. Я представляю эти. Слышь, а это Олесь же засунув Субару, в Луа Субаровский, Субаровскую коробку с трансмиссией, да, все вместе. Осталось фольксвагеновский, короче, от Лузаза только будка. Говорит, 140 по Бориспольской иду, говорит, люди, кого-то нагоняю, мигаю. Только люди прозревают. Волынки весом 800 килограмм. Да, так она вообще он меня катал, она так сверлит со старта, просто ракета. Блин. Сейчас подожди, сделай, проедешь. Да? Посмотри, что они творят. Я понял. Так, тут... А здесь вон резинки как-то есть. Как-то быстро. Ну, вот эти резинки есть, Лёха. Не надо тут? Ну, надо, привозишь, по сносной цене, сойдёмся, блин. Я подарю тебе.
Ну, блин, там что-то отмечают, да, уже? Победу, наверное? Да, нет, там, так, дальше. На том берегу? Да, у нас кривые, уже... Леха, кривые. Да, сразу на Z, да. На Z ставим. Zero. Тут Сережа. Сдвигает перед метку, получается. Стой, подожди. В обратную надо. Сейчас, ладно, давай. Не надо, сейчас все соединим и... Ну, перекручу, ладно. Я начал, не докрутил чуть-чуть. Осторожно, не сломай мотор почти новый. Сейчас заводится. Да. Это Щермета, блин. Монограммовый ложка. Есть желание. Так, а запуск мы будем снимать? Конечно. Ты что, позоришь нас? Жесткий. Собака даже вышла, глянь, из палатки и удивлена. Так Игорь ходил, сказал, если мы это делаем, нас запускают. Блин. Сразу? Да, сразу. Блин. А? Даже претензий нема никаких там. Так ленты надо сказать, чтобы не снимали. Там мы по следах. Я понял. Подожди, самое основное снимай. А что это? Распредвал. Распредвал вынимает. Вот это нормальное кино. Не спеши. Не поцарапай. Не поцарапай, там же жить. Да, конечно, они уже облизаны, так классика поцарапать его. Да не, ну в хорошем состоянии. Какие хорошие? Ой, хорошее состояние. Ну чуть-чуть, там износ есть небольшой. Слышишь, а что же, из-за чего же это может происходить? Не, из-за чего происходит с зубами вот эта проблема? От так их тянет жестко. Оборотов, что на холостых в основном работа, у нас, наверное... Тихо. Даже бесполезно, хоть падает. Да. Сколько засекли? Да, сколько засекли. Разобрали? Начали разбирать в 18:56. А сейчас? Сейчас на часах 20:34. 20:34, 18:56. Ну я так не посчитаю, но полтора часа где-то. Да. Примерно. Ну тут 53-й разобрали. Там 4 минуты. Сколько сейчас? 8. Полтора часа, грубо. Мотор разобран, да. Плюс, что мы пили еще чай. А, чай же еще пили. Курили, разговаривали, меня ходили звать. Да. Да, вот так вот.